Праздник детства сегодня отметили ребята Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Для воспитанников организовали игровые площадки, танцы и не только. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Танцевальный флешмоб дает старт празднику детства. Коллектив Центра развития и досуга «Элит» разучили с малышами базовые движения. Не первый раз сотрудничаем с детским домом. У нас и ребята приходили к нам заниматься, и мы не раз приходили к ним проводить какие-то мини-уроки, что ли. Вот, поэтому мы всегда рады порадовать детей. Почему нет? На площадке нашего дома для детей организованы танцевальные, игровые и познавательные островки. На праздник вместе с гостями, соблюдая социальную дистанцию, вышли около 30 ребят. Благодаря сообществу женщин во Франции был организован и создан праздник «Международный день защиты детей», основная цель которого – привлечь внимание взрослых к трудностям, к проблемам жизненным нашей самой маленькой незащищенной категории – это дети. И вот сегодня мы, несмотря на то, что у нас такая сложная эпидемобстановка в стране и во всем мире, мы не лишаем этого праздника наших детей, потому что мы должны защитить их от этой информации. Мы должны создать им такие условия, чтобы детство продолжалось, несмотря ни на какие условия нашей жизни, проблемы нашей жизни, трудности. В преддверии праздника воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом» смастерили своими руками небольшие подарки и разместили их на заборе вокруг здания. Любой ребенок, проходя мимо нашего дома, понимает, что здесь тоже живут дети, которые хотят жить в семье, и что они дарят свои подарки, свое тепло, свое понимание этой жизни всем детям нашего города. Они привлекают внимание к тому, что сегодня праздник, несмотря ни на что, в каких бы условиях ребенок ни жил, это его праздник, и он надеется на то, что вот наш ребенок, что когда-нибудь и на него обратят внимание и возьмут свою семью. Поздравить юных жителей пришли и представители власти. В РИО губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный вручил ребятам подарки и торты по случаю праздника. Еще один полезный подарок для воспитанников подготовили недропользователи. Малыши остались довольны. Во-первых, я хочу всех поздравить с международным праздником защиты детей. Но от чего мы защищаем детей? От всего страшного, что происходит в нашем мире. И это праздник, напоминание нам, взрослым, о том, что самое лучшее, что у нас есть, это дети. И что наша ответственность, огромная ответственность каждого взрослого, сделать так, чтобы детский мир был наполнен смехом, радостью, чтобы он был ласковым и добрым. Добавлю, по завершению праздника ребятам выдали грамоты и дипломы за участие в различных мероприятиях. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».